Получается, с прошедшим днем рождения, ребят. Сейчас вам покажу обновы в байке. Привет, народ, давно не было видосов с каточкой, да и вообще видосов. Было много дел, работа, плюс еще ездил отдыхать. Кадры, кстати, с отдыха небольшого, с тусовочек. Не назвал бы это даже отдыхом, чисто вырвались погулять, отдохнуть. Ну, мини-микро-отдых, вот. Сейчас вырываюсь тоже буквально ненадолго покататься, чтобы не терять, так сказать, хватку. Потому что еще помимо работы, сейчас тут затеяли ремонт. Запилю? Давай запиливай. Так что вот, выбираюсь по максимуму, как могу. А так, сейчас вам покажу обновы в байке. Цепь почти притерлась, но я думаю подточить заднюю звезду. Передняя новая. В принципе, уже не так сильно трещит. Обновил себе наконец-то седло, поставил King Stealth, теперь перешел на пивоталу, было до этого комбо, эклад древняя, ему очень много лет, все здесь раздолбал от випов, теперь новенькая King. В целом теперь байк все на четком, единственное, может быть подточу здесь звездочку, если не притрется таки. Здесь хабгард, когард точнее, от ВТП Supreme выточил, потому что отвагу я ушатал чутка. Подточил, подогнал, все четко держит. Так что есть, конечно, зазор вот здесь, но в целом он не влияет ни на что. Так же, как и здесь. Все четко, все стоит. Ладно. Двигаемся к хоумспотам. Сегодня не в парке, никуда не поеду, снимать некого, буду сам. Что выйдет, то выйдет. В этом видео закреплю разные кадры. Как этот день и... что я снимал и делал вне катки. Пригнал на такую локацию, новостройки. Здесь относительно нет людей, никто не мешает. А сейчас будни спокойно. Короче, здесь негде гриндить, но есть что придумать с балансами. Как-то буду подстраиваться под камеру и что-то подснимать, в общем. Вот такой поребрик. Сейчас на нем будем что-то мутить, крутить. Думаю, джитернчик сделать было бы вообще отлично. Главное, чтобы, как всегда, никто не запарковал тачку на этом месте. Кто так паркуется? Курица. Тогда все будет четко. Сейчас поделаю базу, дальше уже буду придумывать что-то. Дней 6, неделя дает о себе знать чутка, не катание. Еще плюс не раскатанные шузы до сих пор, не раскатанная цепура, точнее не цепь, а задний драйвер, так называемый акулий плавник. Вот, ладно, сейчас сделаю базу, дальше уже придумывать буду что-то. Честно говоря, отвык от таких спотов, нету особо фантазии. Привык уже к граням, со скольжением что-то делать. А такое лучше что-то длинные связки как-то комбинировать. Ну, будем снимать на том, что есть, кататься на том, что есть в данный момент. Подспущены колеса, давно не выезжал, давно не качал. Ладно. Хочу сейчас сделать бар через этот тротуар. В принципе, я думаю, изи. Короче, лютый ветер просто на улице. Сейчас несло штатив. Сломался штатив. И треснула защитка на телефоне. Но вроде в целом все четко. Вот такая история. Сейчас буду его ниже опускать, пробовать. И надеюсь, он снизу хотя бы падать не будет.
не скаткой, параллельно с влогами скаткой вставляю такой, как бы, видео из жизни. Заселились, в общем, в номер. Так вот, зеркало, тушь, суперкрутая кроватка, все с подсветочкой, гардероб, прям чётенько. Вот. А завтра будет скейт-тусовка в баре одном. Вы, возможно, видос увидели от типов уже, ну, которые катаются на байке, там всякие были крутые тусы, рок-тусовочки. В общем, завтра погоним туда, еще параллельно что-то поснимаю. Сейчас заселились, время 12, сейчас будем завтракать и отдыхать. Завтракать — это я прикольнулся, походу. Ужинать. Еще нас мило встретили, сейчас переключусь. В общем, такая клубничка. Вот. Пропускаю все как надо. Короче, взяли себе кучу еды, KFC, Mac. Сейчас будем это все хавать и ложиться спать. Ну, вид какой-то такой, никакой. Проснувшись, мы пошли в Центр современного искусства «Винзавод». Посетили всякие галереи, выставки современного искусства. И далее пошли уже на мероприятие, на выставку рок-группы, и тому подобное. Сейчас будут кадры в дальнейшем с этой выставки и мероприятия. Различных выставок мы далее заехали в Скелетон. Я приобрел себе пару запчастей, которые вы уже видели в видео, и мы погнали в клуб. А тебя не было еще в моей жизни? Мне мама бесит. Саша, вали мне чай. Думаю, иди нахуй, я вообще пан, блядь. Вот так вот. Кстати, я помню, когда ты маме сделала. Потому что видео снимаешь, она камера. У тебя горло. А, у меня, да. Осыпло, там то, что крыша. Не, у меня горло прям болит. У меня... Нет, сейчас не болит, у меня как будто, знаешь, камень проглатываешь. Камень. Проглатывал камень. Нет, не камень проглатывает, блядь, что ты хуйня камень проглатывает когда-нибудь. Не знаешь, такое ощущение, будто вот душит тебя вот так вот. Вот, у меня сейчас такое ощущение. Короче, блядь, тут типок. Такой кудрявый. Он заебал меня, пошел нахуй, блядь. Он, блядь, он такой собрал эти стаканы, блядь, и меня мониторил, блядь. А я вообще нахуй послала, когда я, короче, я пошла на стойку. Я пришла на стойку, короче, и типа, и заказала в 2 пива и картошку фри. А я думала, то, что там 2 порции были готовые. Я думала, мне их сейчас дадут вообще. Он такой, что ждешь? Я говорю, картошку фри. Он такой, ну жди. Я говорю, а долго ждать? Он такой, ну, блядь, ты вообще можешь отойти, не знаю, что ты постоял. Пригнал в парк, длительное время болел, до конца еще не вылечился. Сегодня решил вырваться, покататься, заодно корешу подарить подарок. Там футболка Культ и Грипс Шадов новой коллекции, линейки. В общем, сейчас жду кореша и начнем катать, раскатываться.
только так как-то раскатился. Болезнь еще не отпускает. Трюки более-менее идут, что меня очень радует. В общем, кореш так и все едет, уже полчаса где-то прошло. Вот, я решил в итоге в одного снимать пока, не терять время, потому что сегодня пораньше уезжаю. Вот, потому что есть еще дома дела, еще дома на ремонт. Поэтому сейчас немного вот так как-то редко выезжаю. Плюс еще два раза успел поболеть за эти 10 дней. Этот второй еще не выздоровел. Но уже не могу, хочется сильно кататься, поэтому вырвался. Сейчас еще что-нибудь придумаю, такое относительно лайтовое. Хочу сегодня ВП еще поделать, но это уже попозже будет. Ой, ебать. Пиздец, блядь, чтоб нахуй мне, блядь, выехать, блядь, покататься, нахуй. Это надо пройти, блядь, три круга мытья, блядь. Получается, известно. С прошедшим днем рождения, ебать. Пизда, нахуй. Пакет, блядь, потрепало чуть-чуть. Белипериков не было. Только цветные. Цветные? Да, ну вот эти новые коллекции. Типа вот новый завоз у них, который был. Ебать, они вот так, да? Я вот так потрогал. Из-за вот этих крестов они охуенные. Из-за вот этих. А у меня вон, уже вторая начала попиздеть. У меня еще хуже. Смотри. Вообще ты делаешь. И вот эта футболка последняя оставалась. О, бля. Заебись вообще. Бля, сука, я хотел заказать, но, блядь, этих больших нету. По размеру... Это Элька. Элька, да. Больше у них не было. Да, ну... Я жду, пока они привезут, да. Поставочку, ну, шмоток нахуй. А то пиздец, бля, нет, нихуя. Да у них, блядь, и по сёдлам хуйня, и по еще чему-то хуйня. Я вот сколько раз ездил, то, что надо, нихуя нету. Да. Ебать! Ебать, он с половины тебя. Да, пиздец. Короче, тут поставили теннисные столы. Круче, чем скейт-парк, теперь спот. Короче говоря, я уже дома, катка пришла к концу, я порвал буквально новую цепь, культ 410-ю, ну как порвал, она у меня расклепалась, причем один раз в парке склепал, думал, до дома хватит, по дороге опять расклепалась, заживала в гард весь выгнул вот так вот, снял быстренько, сейчас, короче, буду звено доклепывать от интерлока, надеюсь, мне ее хватит еще покататься. Что такой короткий видосик получился, чуваки, подписывайтесь на Telegram, Instagram, и всем респект. Надеюсь, получится почаще чуть поснимать для вас видосиков. Йоу!